Привет, с тобой на связи Ярман Горелик, и это вводное видео про курс композиции сетки. Что ты получишь, пройдя этот курс, какая будет программа, как все будет вообще проходить, вопросы цены, условий, участия, все-все-все расскажу в этом видео. Что это за курс? Это курс по работе с композицией, не с абстрактными квадратами и кругами, а о том, как, исходя из задачи, выстроить все элементы на макете, чтобы они гармонично взаимодействовали друг с другом и вели нашего пользователя к нашей цели. Давайте посмотрим на эти работы. По моему мнению, они очень красивые. А теперь давайте разберемся, почему. На самом деле, красота появляется в тот момент, когда мы видим, что все на этом макете понятно и нет ничего лишнего. Проделана хорошая работа с контрастами, воздухом, появляется понятная иерархия. Красота не абстрактное понятие. Мозг дарит нам чувство прекрасного, когда встречает такую композицию. Потому что ему тут все понятно и не надо напрягаться. Его рецепторы щекотят контрасты, силовые линии, на которые он тут же обращает внимание и устремляется в путешествие по нашему макету. Похоже на магию, не правда ли? На курсе композиции сетки ты овладеешь этим искусством создавать красивые и функциональные макеты. Кроме того, этот курс – отличная возможность прокачать свое портфолио наикрутейшими работами. Ведь то, что у нас в портфолио, то у нас и заказывают. Хотите поднять качество работ – сделайте новое портфолио. Вот о чем курс композиции сетки. Как создавать такие работы посредством простых правил и законов композиции. Как делать каждую работу уникальной, а не создавать одно и то же из проекта в проект. Как больше не страдать, что копируешь чужие работы. Да и копировать-то не всегда получается так, как в оригинале. Теперь твои знания – твой главный пример для вдохновения. Тебе просто нужно понять задачу, и решение само сложится в единую картину. Так работает композиция, и неважно, делаешь ты сайты, оформляешь соцсети или журналы. Все эти знания ты с легкостью применишь в своей сфере. Ты сможешь понимать тренды и легко применять их в своих работах. Этот курс подойдет как для опытных дизайнеров, так и для имеющих небольшой опыт. А вот начинать путь дизайнера с этого курса, думаю, не стоит. Для этого у нас есть основной курс «Наука интерфейсов». Но тем, кто уже выполнил пару заказов, курс композиции сетки будет в самый раз. Ведь теперь ты не просто будешь рисовать картинки, ты будешь проектировать свой дизайн. И уже ни один заказчик не сможет его испортить своими нелепыми правками. Ведь ты сможешь обосновать свои решения, как в композиции, так и в типографике. Расскажу немного о программе курса. В самом начале мы пройдем большой блок, где я расскажу о всех правилах и законах типографики. С этими знаниями вы будете быстро находить нужные шрифты, сочетать их с другими и делать интересные пары. Научитесь верстать текст и другие элементы, такие как заголовки, лиды, цитаты и тому подобное. Больше не будет вопросов, какой шрифт выбрать, какого размера сделать заголовок или текст, или куда его поставить, чтобы его прочитали. Далее мы пойдем в основы композиции. Я расскажу про то, как мозг анализирует макет и что больше всего заставляет пользователя подчиняться нашим правилам. Что доставляет ему удовольствие и щекочет его нейроны. В конце этого блока мы сделаем задание в виде 4 работ с разными характеристиками композиции. Потом будет урок по контрастам и иерархии. Тут я расскажу, как добавить жира в твою работу, чтобы она выглядела круто. Но это только начало. Контраст нужен для создания правильной иерархии, чтобы пользователь быстро понимал, с чего начать и чем закончить свой путь по макету. 4-й урок будет про контрформу и ритм. Мы сможем потрогать воздух руками. Больше ты не услышишь от заказчика. А давайте вставим сюда что-нибудь, раз тут такое пустое место. Теперь это не пустое место, а свободное, которое играет свою роль и помогает нам вести пользователя к нашей цели. В этом уроке мы сделаем главную страничку сайта в несколько экранов. 5-е. Вот мы уже узнали 4 основных столпа композиции и смогли сделать страничку по этим законам. Теперь осталось привести весь сайт или систему к единому порядку. Для этого нам нужны сетки. Я расскажу, какие бывают их виды и для каких задач можно их использовать. Как построить сетку и передать ее разработчику. Мы сделаем редизайн страницы отеля, применив эти знания на практике. Курсовая.
Теперь ты тертый калач и стойкий боец. Настало время курсовой работы, где мы выберем тему для твоего проекта с жирным дизайнерским контентом и будем поэтапно создавать наш проект. Начнем с анализа задачи и контента, потом сделаем прототип и уже тут применим все наши знания о композиции. Поняв задачу каждого блока, мы сможем выстроить стройный сценарий и провести по нему пользователя, чтобы тот испытал эстетический оргазм и получил нужную ему информацию, не затратив лишних калорий. Мы сделаем дизайн 5-7 страниц и в завершении применим знания в адаптивной версии сайта. Вот наш проект и готов. А ты начинаешь сокрушать Behinds и Dribbble своими крутыми проектами и получать предложения от работодателей в ответ на твои работы. И да, это сказано не для красивого словца, это реально, что после выкладки проекта тебе будут писать новые работодатели. Вот так выглядит программа курса, где мы в течение 5 недель сделаем 8 концептов главных экранов, 2 странички сайта, которые можно развить в целый проект, и выполним самую крутую, красивую работу. Курсовую. Большой проект с адаптивом и уникальным стилем. Мы убиваем двух зайцев. Пока учим композицию, сетки и типографику, у нас зреет нехилое такое портфолио. С программой разобрались. Теперь давай поговорим о процессе. В первой части курса на каждое задание будет даваться 3-4 дня. Этого предостаточно, чтобы даже работая на трех работах, успеть посмотреть 30-минутный ролик и сделать небольшое задание. Как только ты его выполнишь, его нужно будет выложить на платформу для проверки кураторами. Кураторы проверяют, ты вносишь правки, они снова проверяют. Как только на платформе будет открыт новый урок, старый уже не проверяется. А урок открывается независимо от того, сделано предыдущее задание или нет. Это позволит тебе догнать всех, если ты чутка отстанешь. Теперь по поводу цен. У нас есть два тарифа, стандарт и VIP. Отличие только в том, кто проверяет. В стандарте кураторы, а в VIP проверяю лично я. Если ты сомневаешься по поводу кураторов, насколько они опытные ребята, то я спешу тебя заверить, что это проверенные люди. Самое главное, что они не просто опытные дизайнеры с отменным вкусом. Вот, кстати, часть их работ. Они хорошие, добрые люди, которые окружают студента заботой и вниманием. Они умеют объяснять свою идею, ты никогда не будешь чувствовать себя глупо, хоть с каким уровнем знаний. Ты не услышишь комментарии типа «Ну, не знаю, чё-то всё не очень выглядит, давай переделывай». Напротив, тебе наглядно объяснят на основе уроков, где ошибка и как ее лучше исправить. То же самое будет и на VIP-пакете, только со мной лично. Цена с каждым пятым участником растет. Так что пока идет это видео, возможно, тебя уже кто-то и опередил. О! Не откладывай на потом. Даже если нет сейчас всей суммы, ты легко можешь оформить рассрочку. Теперь я рассказал о курсе композиции и сетках все. Если у тебя остались вопросы, задавай их в чате на страничке курса. Почитай отзывы, если еще думаешь, а потом приходи к нам. Я буду ждать тебя в нашем общем чатике, где я буду активно со всеми общаться. Пока, увидимся на курсе.